Сегодняшний стол находок довольно-таки богат трофеями. Это три кошелька, которые не имеют, так сказать, никакого признаков принадлежности, никаких признаков принадлежности. Паспорта на имя Козлова Валентина Николаевича и Александриной Ольги Анатольевны. Свидетельство о браке. Юрьев Сергей Владимирович и Виноходова Татьяна Петровна. Также свидетельство о рождении Виноходовой Татьяны Петровны. Сегодня к нам в стол находок принесли вот такой бумажник, где находится паспорт Гринева Юрия Викторовича, технический паспорт автомобиля ВАЗ-21013 и доверенность на право управления этим автомобилем. Итак, товарищ Гринев, придите, заберите вот эти ваши документы. И давно мы хотим заявить находку. Это вот такая детская коляска. Пожалуйста, если кому-то нужна, кто ее потерял, придите и заберите у нас в столе находок.